Президент Российской Федерации Владимир Путин дал общую оценку ситуации в стране по вакцинации и рассказал о собственном самочувствии после прививки. Сообщается на сайте kremlin.ru. Ситуация в стране по оценкам специалистов является стабильной. У нас все, как говорят, на полке лежит, то есть не поднимается, но сейчас и держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время. Ну, все эти цифры известны хорошо, 8 с лишним тысяч человек заболевает, больше поправляются, слава богу. Поэтому нам нужно продолжать и активно тестироваться и вакцинироваться. Вот это две очень важные составляющие для того, чтобы преодолеть эту пандемию и в будущем ее последствия. Что касается вашего покорного слуги, то действительно, мне вот как раз 9-го вчера взяли анализы, и результат позитивный. Вот вы сказали о этих титрах. Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший. В этой связи я хотел бы сказать, что у нас 21,5 миллиона человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране. И я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку. При этом, конечно, сейчас праздничные дни, они вот заканчиваются, но тем не менее и в будущем нужно при первых же симптомах не ждать, когда болезнь будет развиваться, а при первых же симптомах обращаться к врачу. Мы вот только сегодня разговаривали с Анной Юрьевной Поповой, главным нашим санитарным врачом. Я вот и от своего, и от ее имени хочу обратиться к нашим людям, гражданам, продолжать прививочную кампанию. Еще раз хочу напомнить руководителям регионов о необходимости соблюдать темпы тестирования, темпы вакцинации. Ну и, конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают. Нужно соблюдать масочный режим, нужно соблюдать другие требования специалистов. Только в этом случае нас ждет успех. Ну а в том, что он будет, я не сомневаюсь.